В развилке реанимирован проект жилой застройки. Изменилось и название. Теперь жилой комплекс будет именоваться не ЖК «Новая развилка», а «Три квартала». Дольщики смогли своими глазами убедиться в том, что стройка вновь ведется. Их пригласили на открытие офиса продаж, где каждый смог задать свои вопросы новому застройщику. Будущие жители надеются, что вместе со старым наименованием в прошлое уйдут и все проблемы. И совсем скоро каждый сможет переехать в новую квартиру. Хотелось бы, конечно, чтобы этот дом построился, потому что все этого ждем, кто, естественно, ипотеку взял, кто материнский капитал вложил, кто-то что-то продал, вложился. Поэтому, конечно, это самое основное, чтобы наш домик построился. Ну, мы довольны, что вот нашелся, в конце концов, инвестор, и благодарны, что они взялись. Жители старого поселка очень ждут с нетерпением новых квартир. Сдали банкротство вообще. Должны были сдать Инвест-Сити, вот так называемый. Да, она сбежала, можно сказать. Да, сбежали или чего-то авантюрой занимались, мозги пудрили. А сейчас вот новые люди хорошо работают, мы довольны. За строительство взялась компания ПСТ и пока финансирует работы за собственные средства. Но в настоящее время идет процесс открытия кредитования на достройку объекта в одном из банков-партнеров. На следующей неделе мы уже встречаемся, отрабатываем дорожную карту, с этим идем в банк. Я надеюсь, что там в течение месяца мы уже в банке какое-то предварительное решение должны получить. Напомним, что разрешение на строительство ЖК было получено еще в июне 2016 года. Сначала работы велись, а через 2 года стройка встала. Только после вмешательства муниципальной администрации дело сдвинулось с мертвой точки. И если раньше дольщики о ходе строительства могли только догадываться, сегодня они сами увидели, как ведутся работы. В полном разгаре перестройка строительного процесса, налаживание поставок и производство работ. Трудности на сегодняшний момент нету, но разрешение строительства в будущем будет продлеваться еще на год. То есть сегодня по строительным графикам период строительства 18 месяцев. В ЖК «Три квартала» запроектировано несколько жилых домов, детский сад и медицинское учреждение общей площадью около 140 тысяч квадратных метров. Временные рамки окончания всего проекта 4,5 года. В настоящий момент ведется строительство дома номер 12. Данный объект нам достался от другого подрядчика. Но скажу сразу, объект в нормальном, даже в хорошем состоянии нам достался. Пришлось небольшие мероприятия произвести по оживлению его. На данный момент выполняем все полный комплекс работ по монолитному возведению каркаса здания. В новом квартале также получат квартиры семьи, проживающие в аварийных домах старого поселка. На сегодняшний момент подписаны документы по расселению 34 квартир. Вот списки эти тоже сейчас будут все восстанавливаться, потому что работу вел старый застройщик, документация поднимается. Опять же, всех переселенцев мы будем приглашать сюда индивидуально. Новый застройщик уверен, все, что делается на объекте, должны знать люди, вложившие свои средства в новое жилье. А значит, подобные встречи еще будут и не раз. Татьяна Брылова, Максим Гришков, Александр Новичков, Сергей Ларин. Видное ТВ.